Всем привет, дорогие друзья, с вами Дориди, и сегодня мы с вами тестим целительницу. 50 великанов будет и 100 целительниц. Посмотрим, как это будет. Сначала запускаем целительниц. Так, нам выпустить их 100 штук, а потом выпустим великанов. И посмотрим, как они будут помогать нашим великанам. Мне кажется, будет круто, это пока что первый левел. Так, ну что ж, великаны пошли в бой. И целительницы начинают их лечить уже сейчас даже. Давайте приблизим, посмотрим. Пока что все нормально. 100 целительниц, смотрите, в каком комочке. Вот если... Так. Ну тут, в принципе, атаковать-то некому. Ну, смысл ясен, как они их исцеляют. Так, ладно. Сейчас найдем какую-нибудь посерьезнее... базу, и тогда будет действительно круто. Так, ну давайте попробуем на эту базу напасть. Сейчас выпустим целительниц. Целительниц мы выпустили, и теперь выпускаем великанов. Не забудьте, ребятки, поставить палец вверх, это мне поможет. И я продолжу делать что-нибудь интересное. Что ж, великаны пошли. Эх ты, целительниц, смотрите, не всех лечат. Вот этих-то они не лечат. Нет бы разделиться. Они конкретно вот эту группу лечат. А что, они сами себя не могут лечить? Это плохо, конечно, что они сами себя не лечат, но очень хорошо лечат наших великанов. Давайте увеличим. Ну, не всех они лечат. То есть много целительниц, в принципе, нет смысла выпускать. Допустим, одну-две целительницы на определенную группку. Ну, это мое мнение, можете писать ваше мнение. Так, ну, в общем, вот такой комбо стреляли. В принципе, наши гиганты не погибают, смотрите. Вот эту группку они очень хорошо лечат, охраняют. А противника же, в первую очередь, хорошо бы целительницу брать. Тогда им было бы проще. Кто-то пытается наших убить великанов. Это маг. Что тут делает маг? Пятый левел у него. Ну, тут ясно, понятно, мы легко разнесем. Ух ты! 40-й левел, какой-то герой. Ну, видите, как он быстро бьет наших великанов. В принципе, он сам тоже слабенький. Сколько забил, смотрите. Хотя нет, он нифига не слабенький. Он сейчас всех наших убьет. Вы посмотрите на него. С арбалета, с двумя стрелами сразу. И никто не может разобраться с ним. Хорошо, что она по целительницам стреляет. А нет, смотрите, стала по великанам. Умно. А, ну все, мы самое главное все здания разрушили. Так, ладно, продолжим. Вот это уже база более такая серьезная. Будет сложно ее победить. Поэтому давайте целительницу куда-нибудь сюда высадим. Целительницы у нас уже 3-го левела, они отличаются визуально. Надеюсь, пока что нас никто не будет бить. Пока мы высаживаемся. Ну что ж, спускаем наших великанов. То есть они за конкретной группкой идут, смотрите. Ладно, тогда в одну группу их пустим. Так, и можно понаблюдать. Ух ты, 3 выстрела. В общем, 6 будет. Сейчас будет жесть. Ну, вроде еще живы. Сейчас целительницы их должны подлатать. Очень так неплохо. Второй залп пошел. Да, печально. Целительницы в помощь. Молодцы, смотрите, как очень хорошо их вылечили. Ну, ничего плохого не скажешь. Молодцы, ребятки. Вот в первую очередь, да, надо их бить, потому что они друг друга-то не лечат. Они лечат только военных. Да, тут дракона мы, конечно, летающим ничего не сделаем. Один пытается справиться. Ну, куда ж ты один-то пошел, бедолага. Склик-то у тебя худой. Добьют, да? Че, у нас целительницы одни остались. Это еще немножко есть великанов.
Блин, они просто лопаются, наши целительницы. Ну, 100 штук, конечно, это жесть. Смотрите, ничего они не могут сделать последним. Они тщательно последних охраняют, ребятки, очень. Они почти прям бессмертные, можно сказать. Бородачи. Сколько их? Три? А, три даже, три головы. Так, это кто такие тут вселись? По кому они стреляют? Непонятно. Ну что ж, можно сказать, проверка прошла, ребята. Их сейчас мало, и в принципе они, возможно, победят. А, ну, до конца сражения осталось 27 секунд. То есть мы уже не победим. По крайней мере, они не погибли. Это уже радует. Ну, 30% есть, это уже нормально. Четвертый левел, ребятки, для них максимальный. Давайте попробуем с колдунами отправить наших целительниц. Блин, правда, тут охраняет. А, вот отсюда можно пойти, давайте. Давайте тут высадим. Вот тут прямо. Так, ну что ж, и высаживаем наших колдунов. Надеюсь, их будет хорошо защищать. Ну, посмотрим, что сейчас будет. Смотрите, лечат. Пока что никто не погиб, молодцы. Целительницы просто, блин, блистательно. 100 целительниц и 100 колдунов. Это классно. То есть без целительниц, в принципе, они бы быстро погибли бы. Ну, вон кто-то погиб, я видел. Натиска не выдержали. Справляются. Вот они, вот этих надо было лечить. Ну, все-таки искусственный интеллект. Кого они там поймут. Интересно, как они будут последнего лечить? Очень рьяно. Потому что если он погибнет, то все, и прок от целительниц просто не будет никакого. Неужели победим? Ух ты, тут ловушки. А вот тут уже не исцелишь никого. Много ловушек. Может быть, они и победили, но... Ну, блин, ловушки. Ладно, ребятки, оценивайте видео, ставьте пальцы вверх, я еще продолжу. С вами был Дарит, и всем до скорого, пока-пока.